Здравствуйте, мои дорогие. Вот как обстоят дела у меня с моим снеговичком. Значит, вот одну сторону-то я уже расшила. Смотрите, вот он на картинке. Мне кажется, он как-то посимпатичней, да? Вышился такой мордастенький. Ну ладно, какой получился. Так вот, сегодня хочу с вами поговорить об Утилизации китайского бисера. Я уже начала. Перед Новым Годом делала из него различные игрушки Новогодние и вам их показывала. Оставлю ссылочки все в описании. Кто не видел, можете посмотреть. Ну и в общем, вот китайский бисер у меня. Его много. Потому что покупала сначала, не зная, про хороший бисер. Ну в общем китайского бисера много значит здесь использовала и бусины старенькие то есть это игрушка новогодняя на елочку будет поэтому использую вот такой бисер обратную сторону уже почти расшила мне кажется она еще как как-то больше у меня получилось но я вам объясню зачем я сделала ну, получается, у меня больше. Мне это как бы не помешает. Потом об этом обязательно расскажу. Так что смотрите видео до конца. Ну и также вот расшивала шапочку, шарфик, ну и само тело. Осталось немножко мне здесь довышить. Вышиваю вот таким бисером крупным. Это, наверное, восьмерка, но он не калиброванный, разные прямо вот разные разные бусинки, и такой тоже бисер красненький, ну и рубочка, не рубочка, как он называется, стеклярус, это с Алиэкспресс, стеклярус, он тоже китайский получается. Так вот, я закончу расшивочку, потом буду Вырезать, соединю их и буду обшивать. Они получаются у меня разной ширины, но меня это не пугает. Картон туда подставлять не буду, поэтому все вам объясню и покажу. А я продолжаю. Скоро увидимся. Давайте посмотрим, что у меня получается. В общем, вот так вот я его обшила. До конца тут бисером расшила. Обрезала уже. И по контуру прошила бисером. Вот так получилось. Здесь белый бисер. Где шапочка и шарфик красный бисер. И вот осталось у меня вот эта часть не зашитая. Кстати, смотрите, как интересно, можно на палочку его сделать, да? Но я буду делать не палочку, а я его хочу сделать объемным. То есть я его сейчас набью ватой. Вот приготовила вату. Не, не очень сильно. Чуть-чуть я его сделаю объемным. И он тогда он будет пожестче. И все-таки у него появится объем. Так, еще добавим. Мне кажется, так тоже интересно. Не плоский, чтобы он был. Так, ну и вот эту часть, наверное, будет достаточно. Так. Очень далеко туда засунула. Вот. Сейчас можно его вот здесь закончить обшивочку. Сделать петельку. Я буду делать из бисера. Вот такой получится у меня снеговичок. По-моему, неплохо. Вот снеговик готов. Закончилась здесь обшивать, петельку сделала из бисера и привязала веревочку. Вот такая елочная игрушка у меня получилась двухсторонний снеговичок. Куда еще можно использовать? Китайский бисер. Вот посмотрите. Такую салфеточку сплела из бисера. По принципу, как мы вяжем крючком салфетки. Кто умеет э, крючком вязать, тот, конечно же, понял, как это делается. Делается очень просто. Если хотите, напишите, пожалуйста, в комментариях, если хотите, чтобы я вам показала, как плести бисером. Такие салфетки. Буду ждать ваших комментариев. Ну а сейчас я этого снеговичка отфотографирую. Обязательно фотографии покажу в своем телеграме. А потом займусь монтированием этого видео и буду выкладывать его на своих каналах и в Дзене, и на Ютубе. Приглашаю всех подписаться на мои каналы. Все ссылочки в описании под видео. Всех с наступающим старым новым годом и до новых встреч на моем канале. Пока-пока.